поверхности? Дополните к ней, челноки готовы к взлету. Бегом к зоне эвакуации. На орбиту взрыва! Слон командует эвакуацией. Он знает как-то... Что знает? Смотрите, страж! О, нет. Куда он направляется? Чиф там на борту. Надо подняться. Другие колонии, о которых говорил капитан Ласки. Вот что с ними стало. Лок, эта колония скоро превратится в кратер. Нельзя забирать у людей летающую технику. Наш пеликан на космическом лифте. Используем это. Другие колонии, там есть еще стражи. Сейчас меня волнует только тот, что перед нами, Вейл. Но почему Чиф именно на этом страже? Думаю, это первый из тех, который Кортана активировала намеренно. Всех частотах. Люди, если вы еще на планете, немедленно направляйтесь к космическому лифту. Последние челноки скоро улетят. С вами или без вас? Губернатор Слоун, челнок Браво 3 готов к взлету. Осторожно, они у вас на хвосте. Меня обстреливают! Стража чертовски мелодичный голос. А нельзя использовать автопилот? Спустить к нам пеликан? Тревога, тревога! Нас обстреливают! Мы подбиты! Нет, эти корабли стреляют по любым целям. Губернатор Слоун, нам нужен доступ к космическому лифту. Их убьют. Понял вас. Осирис, очистите территорию, чтобы открыть двери. Пока на базе враги. Скоро мы перестанем быть с невежливыми, да? Лифт открывается.
спартанцы. У вас упорство даже больше, чем у меня. Когда Картана сообщила вам о страже? Я? Ой, молодцы. Да, она предупредила меня заранее. Мне позволили помочь моим людям выжить. Грядут большие перемены. Для всех нас. И людей, и созданных. Сейчас зарождается новая эра, и я стану частью. О, я вижу, мне пора. Удачи всем вам и прощайте. Они между нами и великаном. Огонь без приказа. Спартанцы рискуют жизнями ради нас. Однако, отключи систему безопасности. С радостью. Только это не так просто, когда в тебя стреляют. Дадим даме спокойно поработать, а? Они хотят спрятаться, дайте им спрятаться! Враги уничтожены. Танака, как активировать лифт? Нужна панель управления. Она где-то здесь. Есть. Слон сказал, грядут перемены, а Картана связывалась с ним. Вдруг она тоже на страже? Так считал мастер Чиф. А если она там, то куда они направляются? Доберемся до пеликана, выясним. Возможно, мастер Чиф нарушает приказы, чтобы найти Картану. А другие в синей команде, они ведь ее не знали. Члены синей команды вместе выросли и прошли программу «Спартанец-2». На их счету больше операций, чем у любого другого отряда Ком. Они семья. Вот именно. Жизни. Ради чего? Чтобы убежать? Одно дело бежать, другое выжить, чтобы сражаться. Танака права. Лучшее качество человека – умение создавать что-то из ничего. Мы не сгибаемы. Мы восстановимся столько раз, сколько требуется. Причинила больше вреда, чем он. Мы выясним, что тут на самом деле произошло. И проследим, чтобы виновные ответили по полной. Берегитесь! Еще прометейцы!
двоих! Задаем жару, Лок! Я в порядке, спасибо! Уничтожь рыцаря! Опять эта песня стража! И о чем это? Возможно, какой-то сигнал. Подготовка к чему-то. Транспорт 3 группе, внимание! Эта штука начинает движение! Я не знаю, что происходит! Она остановилась! Вот чё, добирайся! В укрытие! Все целы! Что случилось? Торможение предотвратило полное разрушение, но это ненадолго. Конструкция не рухнет, если мы поднимемся? Если упадет, то не потому, что по ней лазают спартанцы. Вот страж. Продолжаем движение к пеликану. До пеликана еще несколько суперступеней. Это далеко? Дальше, чем хотелось бы, ближе, чем могло бы. Нас собираются атаковать фаэтоны. Двигайтесь! Твои системы! Я забываю!
Вызывай пеликан. Пеликан снаружи! Вперед, ребята! Ударные волны все чаще. Похоже на обратный отчет. Что будет, когда дойдет до нуля? Не хочу это знать. Быстро на пеликан. Все на борт! Ну, живо! Пять случаев после Меридиана. 11 колоний. Надо прекратить это немедленно. Надзиратель подтвердил теорию Хелси. Картана пробуждает стражей. Но не этого. Пока. Санэм. Доковинанский центр Сан-Хелиуса. А в мире элитов есть страж? Если мы высадим команду, то доберемся до стража. Сан-Хелиус не наш. Никто не станет связываться с арбитром. Просто вы еще не слышали мою идею. Этот шум – цифровой код. Наборы парных фаз. Координаты на карте предтечи. Если Локс кормит стражу координаты с Меридиана, он доставит их туда, куда Картана забрала Чифа. Том, у нас есть шанс. Но для этого надо попасть на Сан-Хелиус. Я все устрою. Еще один. Что у Картана на уме, Чиф? Зачем мы здесь? Нам надо идти.